Анастасия Андросова начинала свой бизнес на пару с супругом. Они экскурсоводы. Несколько лет назад это было просто хобби. Сейчас у них бурно развивающаяся фирма. 14 сотрудников и несколько десятков экскурсионных маршрутов по Самаре и области. Клиенты от школьников до крупных корпораций, российских и зарубежных. Секрет успеха прост. Делится опытом предприниматель. Успех одинаковый, ну, для всех. Это просто любить свое дело. Потому что если любишь свое дело, то как-то все получается. Потому что для нас изначально вообще эта история, она была не совсем про деньги. Даже совсем не про деньги, можно сказать. Потому что там никаких особенных денег сначала мы, как и большинство предпринимателей начинающих, не зарабатывали. Конечно же, финансовый успех, он очень важен, безусловно. И тем более рост невозможен, если это не приносит денег. Будет очень медленный рост. Но все-таки секрет в том, чтобы по-настоящему заниматься тем, что ты любишь. Если предприниматель нашел свою нишу или еще в поиске, тогда ему в любом случае прямая дорога в самарский бизнес-инкубатор. Специалисты не только помогут определиться с выбором, но и научат правильно зарабатывать деньги. А для начала составят план работы на ближайшие месяцы и годы. Лучший проект получит еще и финансовую поддержку. Принята программа по поддержке малого и среднего предпринимательства на уровне городского округа Самара. Мы эту программу ждали достаточное количество времени. Во-вторых, в программе четко обозначены параметры и точки роста, и как такой очень весомая мера поддержки – это грантовая поддержка, это живые деньги, которые выдаются бизнесменам. 350 тысяч рублей господдержки получают новички в бизнесе. Фирма должна быть зарегистрирована в 2019 году. Более 60 самарцев смогут воспользоваться грантом на развитие своего дела. Самые перспективные направления – туризм, деревообработка и обслуживание инвалидов. Бизнес у нас очень активен, и малое и среднее предпринимательство набирает обороты. В городе открылось более 14 тысяч новых субъектов малого и среднего предпринимательства. Где-то половина юридических лиц, половина индивидуальных предпринимателей. То есть бизнес растет, они хотят выйти на новый уровень. Очень востребованы такие вопросы, как расширение продаж, как выходы на электронные площадки продаж, как выходы на зарубежные площадки продаж. Чтобы самарские коммерсанты не погрязли в бумажной волоките, бизнес-инкубатор совместно с городским департаментом экономического развития запускает в этом году новую услугу «Мой бизнес». Суть проекта заключается в том, чтобы в одном окне можно было решить все вопросы, как по открытию и закрытию своего дела, так и по текущим вопросам предпринимательской деятельности. Начиная от уплаты налогов, заканчивая грантовой поддержкой. Услуга будет востребована, уверены специалисты. Уже за несколько месяцев этого года за консультациями в бизнес-инкубатор обратилось более 1500 предпринимателей. Никита Борисов, Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События.